Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши подписчики. Вас приветствует компания Arbat Homes из солнечной, из морской, из яркой, зеленой Алании. И я, ведущая нашего YouTube-канала, Татьяна Пекер. Всем огромный-огромный привет. 300 тысяч евро. Это стоимость нашей квартиры. Дорогие мои, вы очень-очень злитесь в комментариях. И часто читаю ваши претензии относительно того, что стоимость на квартиру или не озвучивается, или озвучивается в самом-самом конце ролика. Хочется узнать цену в самом начале видео. Я принимаю ваши претензии, я на вашей стороне. Отныне самой первой фразой после приветствия будет цена на эту квартиру. Дорогие мои, я хочу вам пересказать сегодня мой сегодняшний разговор с моим 8-летним сыном. Спрашивает меня мой сын Селим за завтраком. Мама, скажи, пожалуйста, какая у тебя была мечта, когда ты была совсем-совсем маленькой? Я не любила быть маленькой. Я всегда хотела сразу стать взрослой. Очень-очень хотелось вырасти. Мы часто с мамой ходили на различные мероприятия, в театры, в кино. И я видела этих высоких и красивых тетей. Да, дети всегда говорят «тети». Они друг с другом о чем-то умно, долго разговаривали, заходили в дамские комнаты, пудрили носики и шушукались. У них были красивые, маленькие, черные сумочки с камушками. Я чувствовала себя не в своей тарелке, когда я слушала их умные разговоры. Мне хотелось скорее вырасти, стать независимой и делать все то, что я хочу. Послушал меня сын и говорит: «Ну, мама, значит, получается, мечта твоя сбылась? Вон ты какая тетя! Выросла, и губы красишь, и туфли на каблуках носишь. А знаешь, — говорит, — какая у меня мечта?» Вот дослушайте рассказ ребенка до конца и поймите разницу в поколениях. «Я, — говорит, — хочу купить большую квартиру с прямым видом на море». Да, хорошая мечта у моего сына. И сегодняшняя наша квартира – это не только мечта 8-летнего ребенка, это мечта каждого из вас. Находимся мы сейчас на первой линии. За мной видим вот эту красоту. Напротив меня красивые величественные горы, а сама конфета просто обворожительная. Мы смотрим с вами сегодня 3 плюс 1, 45 квадратных метров. И поехали с коридора обзор делать. Дорогие друзья, мы находимся в квартире 3 плюс 1, это четырехкомнатная квартира, 145 квадратных метров. Квартира находится на 6-м этаже в комплексе, который состоит из одного 7-этажного блока с очень богатой летней и зимней инфраструктурой. Позже к этому вернусь. Расположение у нас какое? Это граница района Оба и Тосмур. Расстояние до моря 0,0. Как говорит Асымбей, местоположение – это самый главный фактор при выборе недвижимости. Что удобно? С одной стороны море, с другой стороны вся городская инфраструктура присутствует и по четвергам, и по понедельникам в 2 минутах ходьбы отсюда у нас овощной рынок. Это у нас холл. Моя самая любимая планировка. Холл квадратный, не узкий, длинный, да, вот эта вот бесполезная площадь. А сразу мы видим общий санузел. Здесь у нас имеется встроенный шкаф. Очень понравились, кстати, встроенные шкафы в этой квартире. Есть еще один встроенный шкаф, это уже полугардеробная, чуть попозже расскажу. Здесь у нас одна спальня, здесь у нас вторая спальня, здесь у нас третья спальня. Я хочу начать с кухонной зоны и с гостиной. Эта квартира полностью бежево-белая. Белый цвет в квартире увеличивает визуально ее площадь. В принципе, здесь и не нужно ее слишком увеличивать, она и так большая. Кухня, совмещенная с зоной отдыха, с гостиной. Вся бытовая техника, вся мебель, все, что мы в квартире видим, все в стоимость входит. Всегда говорю, почему... спрашивают, почему продают такую красивую конфету. Почему такую конфетку продают? Потому что владельцы квартиры ввиду уже
немолодого возраста не могут приезжать и наслаждаться вот этой конфеткой. Смотрим, вся бытовая техника фирмы Франке. В квартире жили очень мало, квартира очень мало использованная. Есть абсолютно все, даже поверхность у нас белая, акриловая, электрическая варочная поверхность Франке, духовка Франке, вытяжка Франке. В каждой комнате имеются кондиционеры, кондиционеры фирмы Daikin. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Очень приятно радует вот эта панорама. Окна выходят конкретно вот эти на север. Отсюда видно, сегодня как раз четверг, отсюда виден у нас кусочек рынка. Напротив нет никакой застройки, потому что это парковая зона, соответственно, ничего рядом строится, больше не будет. Очень красивый вид на горы, на величественные горы. Вообще все комнаты, во всех комнатах очень много стекла. Вы видите, да, до пола. Очень-очень-очень красивая квартира. Сразу скажу, везде есть роль ставни автоматические. Автоматические, покажи, пожалуйста, вот. В каждой комнате имеется обогрев полов. Везде, и в спальне, и на кухне, и в ванных комнатах. Вот такая вот уютная, комфортная на 6 персон. У нас обеденная зона, очень симпатичные здесь люстры, дорогие мои. И также имеется у нас 2 кресла. Вечером, пожалуйста, чай, кофе можете попить. Телевизор большой, новый, все работает. Телевизор Samsung. Есть также вот такое вот место отдыха, зона отдыха. Пожалуйста, приобретайте, приезжайте, наслаждайтесь. И вся мебель, соответственно, все это имеется, и все в стоимость входит. Конечно же, самым главным достоинством этой квартиры является вид на море. Это юг, друзья мои. Из гостиной мы сейчас с вами плавненько перемещаемся. Вот у нас вход получается, гостиная, и это у нас гостевая спальня. Комната небольшая, квадратная, все, что нужно для вашего комфорта отдыха, присутствует. Шкаф. Очень красивый двуспальная кровать, тумбочка, кондиционер Daikin и чудесный вид на горы. На горы, дорогие мои, это опять же северная сторона. Немножко-немножко видны бочки соседних, не близко стоящих домов, но вот эта панорама обширная на горы, конечно же, компенсирует бочечки на крышах. Давайте дальше пойдем мы с вами в следующие спальни посмотрим. Следуем дальше. Вернулись мы с вами в холл. Напоминаю, планировку квадрат, и пошли у нас в спальни. Тут у нас общий санузел, следующая комната, это у нас детская или вторая гостевая спальня. Покажи, пожалуйста, еще раз, что здесь также имеется обогрев полов во всех комнатах. То же самое из мебели, 2 односпальные кровати, красивый светлый шкаф, выход на балкон. Из каждой комнаты имеется выход на балкон с вот таким видом на море. Работает кондиционер фирмы Daikin. Поехали в следующую комнату, там есть еще сюрприз и гардеробная. Следуем дальше. Тут у нас есть небольшой коридорчик. В этом коридорчике есть небольшой сюрприз. Это у нас еще один встроенный шкаф. Очень-очень классная вещь. Я назвала бы это гардеробной. И это уже у нас зона родительской спальни. Закрываем дверь. Видим обогрев полов. Это родительский санузел. Я хочу зайти, потому что мне очень понравилась тоже цветовая гамма и люстрочки. Все, что нужно в ванной комнате, присутствует. Красивое зеркало, вот этот стол очень понравился. Вообще в этой квартире очень много света, очень много белого, очень много бежевого и ничего лишнего. Только все, только то, что нужно. Это у нас большая родительская спальня, вот так видно, да, родительская спальня, также шкаф встроенный, платяной, большая двуспальная кровать, одна тумбочка, кондиционер Daikin. И имеется также выход на балкон с очень красивым видом на море. Красота какая, засмотрелась на море и забыла, что сказать хотела вам. Отличные стеклопакеты однокамерные. Вообще квартира очень хорошего качества, я вам скажу, прям в моем вкусе. Это у нас юго-запад,
А вообще квартира выходит на три стороны: на север, на юг и на запад. Дорогие мои, очень красивая квартира. Балкон у нас получается полностью, за исключением небольшого кусочка гостиной, опоясывает полностью эту квартиру. Раз, из одной комнаты выход, два и три. Дорогие мои, посмотрите, какой здесь у нас большой балкон, а какой у нас здесь красивый вид. Я все еще боюсь высоты. Какой красивый вид на горы, дорогие мои. Смотрим, за мной есть рынок, из комплекса вышли, 2 минутки, и, пожалуйста, свежие овощи, фрукты, холодильничек у вас полный, дорогие мои. Наверное, нужно уже потихонечку подводить итоги, потому что каждый миллиметр в этой квартире настолько хорош, настолько качественен и красив, что можно здесь еще часа два делать съемку, и весь наш сегодняшний день будет только один ролик. Я присяду и буду кратенько подводить итоги. Дорогие друзья, находимся мы с вами в квартире 4-комнатной, планировка 3+1, 145 квадратных метров. Квартира с видом прямым на море, это 0 метров до моря. Находимся мы на границе района Тосмур и Оба. Квартира на 6-м этаже в комплексе из одного 7-этажного блока. Что касается инфраструктуры, это открытый бассейн, это крытый бассейн с подогревом, это крытая парковка. И если вы не хотите ставить машину на крытую парковку, то около входа в комплекс также есть место, то есть открытая парковка, куда вы можете поставить свою машину, мотоцикл и так далее. Сауна, хамам, паровая, тренажерный зал, детская площадка, территория комплекса закрытая, зеленая, охраняемая, 7/24, видеонаблюдение, и управляющий также здесь находится сутками. Дорогие мои, самое главное, оператор показывает, про деньги сказать не забудь, 300 тысяч евро, дорогие мои, эта квартира этого стоит. Мы платим за что? За площадь, за местоположение и вот за эту красоту. Вы можете, знаете, на самом деле, так вот сесть круглыми сутками, можно вот этим наслаждаться, можно здесь спать, можно здесь есть, можно здесь работать. Это просто не забываем, можно здесь отдыхать. Отдыхайте здесь душой и телом, дорогие мои, приезжайте. Я знаю, что это тоже ваша мечта. Так делайте первые шаги к своей мечте. У меня на сегодня все. Я даже расстраиваюсь, что ухожу из этой квартиры. С вами была Татьяна Пикер, Арбат Хоумс. На сегодня все. Пока-пока.